Севастополе два человека умерли от коронавируса. Они находились под наблюдением в 9-й городской больнице. Об этом на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции сообщил заместитель губернатора Александр Кулагин. Сегодня у нас прибавилось 3 заболевших. В настоящий момент в стационарах находится 53 человека с подтвержденным диагнозом, в том числе 5 детей. К сожалению, у нас сегодня добавилась печальная статистика. У нас 2 новых случая смерти, которые подтверждены, которые были определены по результатам патологоанатомического исследования. Причиной смерти 2 пенсионеров в возрасте 83 и 85 лет стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и отеком легких. Кроме того, COVID-19 обнаружили у отца севастопольца, который заболел ранее. Выздоровели и выписались из больниц за прошедшие сутки 3 человека. Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 242 человека, выздоровели 270, 8 умерло. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 145 человек, в городской больнице номер 9 – 154. По месту жительства наблюдается 606 человек. В режиме обсерваторов продолжают работать пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».